России летчики-испытатели, космонавты – люди, которые своей работой помогают расширять знания о Вселенной. Мероприятие, посвященное 60-летию полета Юрия Гагарина в космос, состоялось в Химках в преддверии Дня космонавтики. Эта дата особенная для округа. Здесь работают предприятия, на которых разрабатывают ключевые узлы для освоения космоса. Например, на НПО «Энергомаш» создали двигатели, поднявшие в космос ракеты с первым искусственным спутником Земли и с первым человеком. Аппарат «Венера-4», созданный в НПО имени Лавочкина, впервые в истории совершил парашютный спуск в атмосфере Венеры. С участниками областной организации героев, кавалеров государственных наград и ветеранов боевых действий «Гордость Подмосковья» встретился глава округа Дмитрий Волошин. Мы все гордимся тем, что такие люди, как вы, присутствуют в нашей жизни. Нам есть чему у вас поучиться, есть чему учить наших детей. Спасибо вам большое за то, что вы есть. Вручали цветы и подарки, даже обсудили перспективы освоения дальнего космоса. Юрий Алексеевич Гагарин – это первый человек, который дал дорогу всем космонавтам. Тысячу один раз повторяю, он нас позвал в космос, он дал дорогу всем космонавтам, то неизведанное, которое он испытал впервые. Полет Юрия Алексеевича дал нам возможность убедиться в том, что жить в космосе можно, и мы планируем в недалеком будущем полеты на Луну, полеты на Марс. Почтили память величайших ученых и инженеров, которые принесли славу Химкам в космической отрасли. Лавочкин, Бабакин, Глушко. Наша страна стала первой в космосе. Наши великие конструкторы, авиастроители, ракетостроители победили закон физики. У нас город космического машиностроения. У нас 3 ведущих предприятия. Я очень счастлив, что родился в этой стране, именно что живу в городском Химке. Я очень счастлив, что именно химчане причастны к этим великим открытиям. Лидеры движения общественной поддержки присоединились к праздничным мероприятиям не случайно. В последнее время они частые гости на предприятиях аэрокосмической сферы. Вместе с коллективами обсуждают инициативы по развитию Химок. Сегодня специалисты предприятий аэрокосмической сферы решают не только стратегически важные задачи для освоения космоса и обороны страны, но и вопросы по повышению комфорта жизни в своем городе. Напомним, что на предприятиях Химок прошли собрания трудовых коллективов, во время которых сотрудники выдвигали свои идеи по улучшению города. Начинание на территории городского округа Химки – это движение общественной поддержки, где каждый, любой житель может оставить свой отклик и свое желание, инициативу, то, как должен развиваться, по его мнению, город дальше. И уже потом горожане сами выберут, какая инициатива, какую поддержать. На сегодняшний день выдвинуто около 1000 инициатив. Эти идеи поддержали лидеры движения общественной поддержки социально значимых инициатив и готовы продвигать их на муниципальном и региональном уровнях. Связано очень много инициатив было с парковкой, да, то есть парковка именно у предприятия, что у «Факела», что у «Энергомаша». Мы обращения, все обращения мы записывали, да, и в скором времени они появятся на сайте голосования, и каждый житель сможет зайти и проголосовать. Финальной точкой торжественного мероприятия стало посещение музея при НПО имени Лавочкина. Ну, НПО Лавочкина для меня вообще это особая статья, потому что я сюда пришел молодым специалистом в 1974 году, после окончания авиационного института, и много лет здесь проработал. 60 лет назад совершил свой полет Юрий Гагарин, который стал переломным моментом для многих людей, для многих детей. Для участников провели экскурсию и рассказали об аппаратах, которые в свое время перевернули мир и расширили границы знаний.